Ну, хорошая победа. Мы и предполагали, что будет трудный матч, сложный матч. Туле очки нужны, как воздух, нам тоже они необходимы. Хорошо организованно, считаю, сыграли в обороне. Был неплохой переход и в атакующие действия. И быстрые атаки у нас получались. И в первом тайме, особенно позиционные атаки получались. Могли забить в первом тайме еще там гол Андрея Егоровича, вышел 1-1. Ну и стандарт нам пришел на помощь сегодня тоже. Работали над этим, поэтому во главу угла. Хорошая победа. Всех хочу поздравить. Ну, в той ситуации у нас игрок неправильно встречал игрока соперника, и там рикошет был, поэтому здесь комплекс таких причин, конечно. Забей пенальти, могло все развернуться по-другому. Спасибо Ярославу, что выручил нас в очередной раз. Да, могло всякое случиться, но здесь, хотя заряженность у ребят была, я видел это и перед игрой, и на разминке была заряженность. Наверное, какое-то стечение обстоятельств. Парню всего 21 год, поэтому у него хорошее будущее, быстрый и голова светлая. Хотелось бы, конечно, мы привыкли, что Кулаков там играет очень много в атаке, а тогда мы его тоже будем просить и требовать, и ждать, что он тоже будет прибавлять. Ну, я думаю, физически он готов, но мы проводили анализ и видели, что, выходя на замену во втором тайме, он действительно делает очень хорошие моменты, создает и усиливает нашу игру. Поэтому и тут и ждали, что соперник немножко подустанет, игра раскроется, у него будет больше пространства. В принципе, что на него рассчитывали, то и произошло. Убежал в хорошую атаку, забил прекрасный мяч. Поздравляю его, кстати, с первым мячом в премьер-лиге. Ну, итог подводить, наверное, когда ты 0-2 проигрываешь. Ну, еще раз, игра вначале могла развернуться по-другому, скажем так. Стандарт в этой игре, наверное, решил. В плане Урал использовал свой стандарт, дальше где-то по счету играл. Мы во втором тайме перестроились. Достаточно большое давление создавали возле ворот соперника. Момент реализации, да, он присутствует не только сейчас. Это нас преследует с начала года, но... Если мы просто будем говорить об этом, то ничего не поменяется, надо терпеть, верить. И он сезон так с самого начала начался, и он не будет простым уже до конца, поэтому после любого поражения, наверное, да, не просто, но надо поднимать голову впереди матча. Впереди матча их становится меньше, и, соответственно, розыгрыш очков меньше. И здесь не опускать руки.